Что у нас? Шашлычок, овощная нарезка, водичка на запиво. Всем привет, друзья. Так что, приступим? Всем привет, друзья. Да. У нас сегодня шашлычок. Всем приятного аппетита, кто с нами будет кушать, и нам тоже. Свининка. Не знаю, сколько камеры хватит, короче, зарядки. И сколько? 900 рублей, да, обошлось? Угу. В стаканчиках у нас воды. Угу. Что, как тебе аттракционы? Понравились? Супер. Доброго дела тебе сказать. Марк, это незабываемое путешествие. Столько эмоций испытала. Булку ешь. Очень вкусно. 900 рублей. Очень, да. Очень дорого. Две порции это 900 рублей вышло. Угу. И плюс нарезка овощная. Угу. Две нарезки брать не стали, потому что ни к чему. Вот столько у нас много шашлыка. Кусок, да? Именно. Тебе как аттракционы? Нормально. Нам даже удалось снять, но мужчина поругался на нас немножко. Да, да, да. Ну, тут запускает аттракцион, короче. Угу. Угу. Как шашлык? Не мягкий, да? Угу. Да, друзья, камера может либо выключиться. На жаре она разрядилась. Вы из этого немного расстроились? Да. Ну, как немного расстроились? Ну, да. Но. Ну, что делать? У меня было две батарейки. И обе сели. Запиваем обычной водичкой. Угу. Купили. Ой, так пить хотела. Ешь хлеб? Нет, ешь. Ешь? Я себе отрезала. Угу. Вкусная нарезка, да? Угу. За все получено, так что надо съедать. Спасибо Марку большое. Угу. Я бы его кое-как назвала, точнее, нашим словом, но не буду. Каким? Пирожок. Слушай, шашлык достаточно вкусный, угу. И сытный. Да, нормально. И соус нравится. Ну, соус кетчуп, по-моему, обычный, да? Угу.
и маринованный лук. Угу. Салфетку забывай. Там упадет. Я ем руками. Мне проще руками поесть. Ну, тоже. А. Мясо ем руками, а остальное... Блин. На улице неудобно есть из-за салфеток. Ну то, что улетает постоянно. Угу. Ты лук возьми. Не уже наелась. Ой. Вот это сейчас еще все. Спасибо. Я скажу, что съел. Ты скажи, что ты наелась. Я наелась. Да, вот это сейчас съем. Это маркетинг. Нет, шашлык нежнейший. На, бери я шашлык. Помазуха. Кетчуп. Блин, тут вообще не приспособлен. Все летит, все улетает. Ветер задует. Давай мне сюда. А просто подложи под эту. И там есть куда-то? Бери. Хлеб надо? Угу. Знаешь, как найти? Да, покажу. Вот так. Вот так. И вот так. И кушка. А вот так вот, оп. Обалденно вообще. Я сколько заказывал? Ну, в разных конторах. Это самое лучшее. Может, потому что он свежий, но... Только шампуров сняли, и нам положили. Это мы плюс еще пока камеру там подключали. То есть он пока остывал. Сейчас я его куплю. Пошли посмотрим вместе, что делать. Последний. Во. Не жрим. Во. Дамажим. Ну, последний кусочек. Во. Все. Очень вкусно. Нам очень и очень сытно на самом деле. Да. Мне надо чем-нибудь сладенького еще, знаешь. А, мороженое отдельно. Да, кстати, мороженое. Вот я бы мороженое поела. Я оставила место для мороженого. А у меня оно осталось. Ну, у тебя-то понятно. Главное, что успели снять мукбанг. Вот, а ты переживал. Ну, сейчас еще на аттракционы, может, останется еще. У нас еще два аттракциона не пройдено. Если пойдем. В общем, все, друзья. Прям пишем, был, как всегда, люксовый, как всегда, бомба, да. Просто пушка.